Приветствую вас. Вы знаете, вот жалеть о поступке, который человек совершил, а потом столкнулся с последствиями, которые показали ему, что он, в общем-то, его поступок не совсем адекватен тому, что он хотел. Абсолютно нормально. Другой вопрос, какова природа, к сожалению, об этом поступке. Природа. Восприятие этого сожаления. И выводы, которые человек из этого сожаления делает. Вот вы говорите, я жалею о совершенном поступке. Считаю, что совершила в жизни ошибку, и можно было бы все сделать иначе, но время не вернуть. Вот, с одной стороны, сожаление связано с тем, что человек обесценивает в какой-то степени. Обесценивает свои мотивы. Да? То есть вот, когда вы действовали, когда вы, ну, грубо говоря, хотели поступать каким-то образом, когда вы хотели вот, так или иначе поступить, вот, вам что-то было нужно, грубо говоря. Грубо говоря, в чем-то вы нуждались. И после того, как наступили последствия, раз начали себя корить и ругать. То есть это требование определенной реальности. И отрицание реальности, в которой человек может совершить ошибку. То есть, по факту, это запрет на ошибку, анастасия. И работать нужно именно с тем, что вы запрещаете себе эту ошибку совершать. Предполагая, что либо какая-то вы плохая, если совершили ошибку, предполагая, что что-то вы потеряли, а это требование от себя что-то иметь. Ну и игнорирование, в общем-то, реального мира, в котором люди совершают ошибку и что-то, естественно, теряют. Но при этом только так можно приобрести опыт, получить опыт. В вашем случае, скорее всего, это запрет на развитие и что-то обязательно приобрести. Но в вашем случае это обесценивание всех ваших достижений, что тоже является психологической проблемой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышлений. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать следующее. В момент, когда человек совершает какое-то действие, ему кажется, что у него есть выбор. Но на самом деле, если человек не враг себе, то выбора у него нет, потому что поступит человек всегда
таким образом, чтобы и ему, и тем, кто ему дорог, по возможности было хорошо, лучше всего. Собственно, критерий для выбора, он один. Мне кажется, что это наилучшее решение. И повторюсь, если человек себе не враг, то посыпаться он всегда только так. И человеку кажется, что это лучшее решение. До тех пор, пока не наступят последствия этого решения. И вот когда последствия наступают, перед человеком открывается вся картинка, вся картина, которая до последствий, наступления последствий, была открыта. Когда картинка наступает, человек получает полное знание, но теряет способность на что-либо повлиять, как вы сейчас. И здесь возникает невольный вопрос. Есть ли какой-то дефект в том, что у человека может быть либо выбор, либо знание такого, чтобы было одновременно и выбор, и знание, полное знание об этом выборе. Такого не бывает. Вот есть ли что-то в этом деструктивно? Если я совершаю выбор и знаю об этом выборе все, то у меня нет выбора. Если я совершаю выбор и я не знаю об этом выборе все, есть элемент выбора. А значит, я могу научиться, я могу стать лучше. Таким образом, жалея и не принимая ошибку, вы посягаете на один из главных принципов человеческого развития. И требуете от себя быть кем-то, кто не является человеком. Ведь абсолютно все люди обладают таким свойством, какое описываете вы. Но только вы в данный момент корите себя за это. За то, что является частью нашей человеческой природы. За то, что делает нас людьми. Ну, я не знаю, может быть, вы не хотите быть человеком, но я полагаю, что даже если вы человеком быть не хотите, вы все равно им будете. Поэтому, чем быстрее вы примете человеческую природу, примете себя и примете реальный мир, чем быстрее вы обратите внимание на то, что вам интересно сейчас и в будущем, и начнете использовать свой опыт, который как раз-таки и получается из-за подобного рода ошибок, тем лучше вам будет, тем быстрее вы станете счастливы, но сделаете шаг к счастью. А пока что вы живете прошлым, что может быть косвенно намекает на то, что в настоящем и будущем вам не особо-то чего и интересно. С этим, если хотите, тоже можно будет поработать. Я желаю вам всего самого доброго.